Мы начнем с того, что, во-первых, долгое время центральная часть нашего города, в частности, эта территория, стадион «Арсенал», находилась, ну, и продолжает находиться, я считаю, что не совсем в удовлетворительном состоянии. Мы нашли, опять же, небюджетные источники для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в этом стадионе. Тем более, мы прекрасно видим и понимаем, как выступает клуб «Арсенал», что какая наполняемость трибун, и что, конечно, та инфраструктура, которая здесь находится, она требует дополнительного внимания, дополнительного привлечения инвестиций. Территория очень большая, территория, которая, значит, является точкой притяжения, и территория, которая должна стать местом, значит, отдыха, занятием спортом наших туликов всех возрастных категорий и, конечно же, в первую очередь, детей. Что мы сделали, что мы помогли вам? В первую очередь, значит, на бюджетные источники здесь строится футбольный манеж, значит, с футбольным полем, где будут пользоваться как спортивная школа детская, как академия клуба «Арсенал». Ну и в интересах города по вашему там, значит, расписанию и усмотрению для проведения спортивных соревнований городского масштаба. По вашему поручению был начат строительство манежа, футбольного манежа на два поля, 20 на 40, 20 метров на 40 метров. Значит, 5 августа были работы начаты, и сегодня мы идем с небольшим, ну, опережением графика, и по нашему плану, и мы уверены, что 1 декабря данный манеж мы введем в эксплуатацию. Это, наверное, за три года первые слова от, значит, спортивных наших, спортивного направления, где было сказано, что мы опережаем график. Это я первый раз слышу, это отрадно слышать. Наконец-то мы на каком-то объекте где-то опережаем, а не отстаем. Также сейчас у нас идет строительство, клуб строит поле, полноформатное поле, 70 на 110. Здесь планируется игра нашей молодежной команды, потому что будет возможность приглашать до 1500 человек. Это, конечно же, возможность. Поле будет третьей категории, стадион третьей категории. Сам манеж, он под какие задачи будет использоваться? Сам манеж будет использоваться под задачи все-таки Академии «Арсенала» и детско-юношеской спортивной школы города Тулы непосредственно. И здесь будет полностью составлен график. Два поля 20 на 40, они полноценные поля с травой, с освещением, то есть с раздевалками. Здесь полностью все соответствует последним требованиям. Мы даже здесь, как вы правильно сказали, можем проводить соревнования не только городские, а даже центрального федерального округа. Сдача объекта когда? 1 декабря 2019 года данный объект будет сдан. Город помогает, мы в тесном контакте работаем. А почему отставание идет? Значит, в процессе определения объема работ было выявлено, ну, сами видите, поле находится низкое, гидротехническое состояние почвы. Первоначально думали, что это просто стадион, и тут не может быть никаких подводных камней. Оказалось, очень болотистая местность. Ну и что сейчас? Что, значит, сейчас мы сейчас сделали всю подготовку, которая не давала стелить траву, потому что постелить траву осталось тут буквально две недели. Но сколько вам осталось для того, чтобы все сдать? Месяц. Полтора, ну, месяц, да. То есть сейчас у нас, да, мы сентябрь, 90% октябрь, в конце, да, октября, да, поле, да, будет готово. Да, нас сориентировали на конец сентября, но... Ну, здесь спешить не надо, здесь, да, ну, с учетом, значит, качество, да, дренажа, с учетом, да, определенных, да, вещей, да, да, которые связаны и вот с еще вот мы с городом... Меня не прибивайте. Значит, с учетом того, что уже есть уже сроки опоздания, вы, пожалуйста, те сроки, которые вы уже обозначили, форсировать события не надо, уже надо делать уже качественно. Да. Здесь это объект не такой же социально важный, что мы должны под крышу вызывать. Он необходим, но с учетом тех нюансов, которые были скрыты, значит, это уважительная причина, но надо сделать, пусть это будет сдвижка еще, я вам разрешаю, там даже и на неделю вправо, но должно быть сделано качественно, потому что это будет второе тренировочное поле основное под футбольный клуб основного состава и молодежного состава, а также для академии. И желательно, когда будут дожди, чтобы все-таки вода по той системе, которая предусмотрена, она уходила, чтобы лучше не было. Это очень важно. Поэтому здесь вас никто не гонит, вы должны сделать качественное срок. У меня убедительная просьба. После того, когда все будет сдано, значит, прилегающая территория, она должна быть в надлежащем виде. В статусе соответствует. Значит, надо восстановить и газонное покрытие, надо восстановить и скамеечные группы.
надо и вообще в целом посмотреть, и мне в течение, значит, месяца план концепции развития территории всего Арсенала. По всем параметрам мы должны этим местом гордиться.